Привет всем, дорогие друзья, ну и, конечно, подписчики. Меня зовут Тайна НЛО, и в последние дни я вам показываю самые интересные, самые новые и самые ужасные видеоролики. Объяснение тех действий, которые мне присылают множество очевидцев, является только одно. Говорят, кто-то конец света, кто-то говорит вторжение пришельцев, кто-то говорит аномальное явление надвигается. Вчера было замечено очень интересное видео. В космосе были замечены 18 тысяч НЛО. Конечно, это очень странно с виду того, что 18 тысяч были замечены, но как они были замечены? Говорят, в космосе, дорогие зрители, множество интересных явлений, которые наши глаза не видят. Но такую армаду нельзя было не заметить. И поэтому множество интересных телескопов были замечены этими объектами. Как они были из себя представляли? Из них, дорогие друзья, были огромные космические корабли. Часть из них полетела на Луну, другая часть исчезла в неизвестность. Почему такие явления появляются раз, можно сказать, 100 лет, а может 1000 лет, никто не знает. Но эти корабли были замечены еще и на Земле. Почему все действия думают люди, которые разворачиваются на нашей планете, это не взаимосвязано, все взаимосвязано. Оказывается, под Землей даже есть город пришельцев, может даже говорят, база НЛО под Землей. Чем ближе к ядру, тем горячее корабли. Такое заявление сделали множество ученых, которые не считались с другими мнениями. Но, увы, на самом деле оказалось еще хуже. Оказывается, все это первоначально была планета, и здесь она была новая. Но когда заселили нас, и все изменилось, не верите? Давайте посмотрим этот кадр. Этот кадр был сделан еще в 93 году, но я уже показывал такой же необычный робот, а может даже пришельский робот, был замечен, но тут есть одно «но». Посмотрите на этот объект, вроде это даже в США, но говорят совсем другое. На этом роботе есть цифра 48. Очень подтверждено, что именно человеческими этими руками сделано, но увы. А может все-таки 48 и не человеческими руками? Как вы думаете, что это за робот и почему он шел в сторону военных? А вот еще кадр. Конечно, этот кадр был сделан еще в 2004 году, но происходящее не меняет его позицию. До сих пор эти корабли видят и сейчас. Что вы думаете о таких необычных явлениях? 2003 год, сентябрь, 5 сентября был замечен этот объект. Говорят, что этот объект самый первый корабль, который был заселен этими пришельцами. Но на самом деле правду никто не знает, но художники рисовали, даже Леонардо да Винчи рисовал космические тарелки на своем художественном полотне. А вот и последний видеосюжет, который шокировал не так давно. Этот ролик, дорогие друзья, всего лишь каких-то пару месяцев, но посмотрите. Это было заснято на альпийских лугах Франции. Кто-то скажет, что это не так. Но и были и в швейцарских лугах. Но на самом деле понять никто не мог. Этот космический корабль утаскивал все на своем пути. Но это только начало о том, что я вам показываю. Сделайте три интересных, дорогие друзья, действия. Это лайк, подписку и колокольчик. Ну а с вами был Тайна НЛО. Что я мог, то я и показал.